Всем привет! Сегодня мы соберем переговорное устройство по Bluetooth и радиосвязи. Данное устройство пригодится в качестве радионяни, например, слушать, что происходит с вашим ребенком, занимаясь домашними делами, или для мгновенных переговоров на всеразличных объектах. Для этого нам понадобится звуковой усилитель с Bluetooth на микросхеме TPA-3110. В качестве приемника послужит наш усилитель и колонка. На выход одного из каналов подключаем динамик и питание. Приклеиваем разъем для питания 5,5 мм и кнопку. Скачиваем приложение в Play Market Bluetooth микрофон. Находим в телефоне Bluetooth усилителя, предварительно его включив и подключаемся. Нажимаем на микрофон, и можно передавать голосовые сообщения на расстоянии до 15 метров, как работает Bluetooth. Также можно расположить телефон возле ребенка, а динамик возле себя. Таким простым образом можно собрать передачи голоса радионяню. Не забудьте нажать на эту кнопочку. Также в самом приложении можно включить запись голоса. Рассмотрим второй способ подключения с помощью радиоприемников и передатчиков NRF24L01. Данный модуль работает на частоте 2,4 ГГц. Рассмотрим схему сборки, подключение приемника и передатчика. Также понадобится Arduino Nano. Все прошивки вы найдете по ссылке под видео. Для питания рации подключим Powerbank и микрофон. Достаточно включить в сеть приемник и передатчик. Так сразу налаживается связь, что намного быстрее, чем подключиться через Bluetooth. Микрофон желательно использовать не с таким длинным кабелем, чтобы избежать помех и наводок. Если добавить модуль с антенной, то связь может увеличиться до 3 км. С данным модулем без антенны до 800 метров. Прием, прием! Вещает канал «Паять или не паять». Подписывайтесь и ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока!